В этом году в Черноморске были установлены новые элементы новогодней иллюминации, которые пришлись по душе горожанам. С завершением череды праздников светящие конструкции были демонтированы. Сотрудники предприятия «Илкомсвит» разобрали арки, убрали елочные шары и другую иллюминацию на площади возле здания исполкома. А специалисты городского управления жилищно-коммунального хозяйства совместно с сотрудниками компании «Люмьер» в эти дни производят демонтаж новогодней елки. Светящиеся конструкции будут храниться до следующих зимних праздников, чтобы вновь порадовать жителей и гостей Черноморска.